Двое турецких военных стали жертвами нападения боевиков Рабочей партии Курдистана. Их автомобиль был обстрелян ранним утром в четверг в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. В районе проводится операция по розыску нападавших. В предшествовавшие дни турецкая армия вела активные боевые действия против РПК в провинции Хакари, а также на севере Ирака. ВВС страны подвергли бомбардировкам позиции сепаратистов, уничтожив 24 объекта. Наблюдатели связывают эскалацию конфликта с приближающимися парламентскими выборами в Турции, намеченными на 1 ноября. С тех пор, как в июле было объявлено о прекращении действовавшего 3 года перемирия, число турецких военнослужащих и полицейских, погибших от рук курдских повстанцев, достигло 150. Потери курдской стороны, по данным турецких СМИ, превышают 1300 человек.